Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Alan Wake 2. Сорян, что так надолго пропал, было много всяких делишек, дел, которые нужно было переделать. Собственно, переделал и почти все уже переделал. Короче, сейчас по идее серии будут немного почаще выходить, почаще появляться, то есть сильно так я не буду надолго пропадать. Писали комментарии, что как-то слишком много идет серии с сагой. Хотите серию с Аланом? Пожалуйста, перемещаемся в другую реальность. Пойдем сейчас за Алана. У меня здесь, кстати, шапка новогодняя есть. Это типа там всякое праздничное настроение, но что-то это, тесновато она, мне неудобно в ней сидеть. Поэтому не стал я ее надевать, так челюсть болит. Вырвали зуб, я что-то вообще не ожидал, что это будет так больно и долго. И... до сих пор челюсть болит. Уже даже не зуб болит, а знаешь, вот вся челюсть полностью. Так, ладно. А здесь лучше не задерживаться на улице, насколько я помню. Нас же здесь сильно прессовало тенями. А сейчас мы идем за Скретчем. Скретч. Короче, за плохим Аланом. Заперто? Черт! Здание было заброшено. Закрыто. Здесь что-то произошло. Чего-то не хватало. Я должен был попасть внутрь. Но мне надо опять лампочки переставлять, правильно? Я должен опять переставлять лампочки, чтобы открыть дорогу. Начнем с этого фонаря, который здесь рядом моргает. Блин, ну здесь прям сейчас будут присылать. Смотри, сколько теней. Их очень много. Теней прям дофига. И знаешь, вот в этой игре я шарахаюсь вообще любой тени. Ага, спасибо. Погнали пробовать. Блин, мне кажется, не распространяется этот свет аж туда. Мне кажется, не распространяется, нет. Видишь, на месте все стоит, вот эти вот ограды и прочее. Видишь, перекрыто все как будто. Я потом сбегаю и заберу обратно. Да, закрыто. Так, сбегаем, заберем мой свет обратно и пойдем в ту сторону мне надо. Я не знаю, буду разбираться. Так вот, вырвали мне, короче, зуб. В тот день просто вообще жесть была. Я думал, знаешь, типа, вырвут зуб, я приду домой, поснимаю. Ага. Я через два только разговаривать нормально смог. Сейчас прошло уже, наверное, дней 5 или 6 с момента, как вырвали. До сих пор все болит. До сих пор больно говорить, но я уже нормально. Терпимо. То есть до этого было прям жесть. Вот. Вот. Поэтому все. Поэтому снова на коне. Снова мы здесь. Снова мы будем разбираться со Скретчем. Снова будем... Куда мне надо? Продолжить историю саги. Проникнуть в парламент Таур. Подожди. Так мне еще типа рано сюда приходить или что? Я не понял. У меня стоит задача продолжить историю саги. То есть я сейчас чисто технически могу не найти вход, нет? Он же не просто так меня перекинул сюда, за эту историю. Ну, за историю саги. Ой-ой-ой-ой-ой! А что такое? История определяла, куда мне можно идти, а куда нет. Да куда мне идти, я теперь не знаю. Так, туда нельзя. Не, надо обратно за сагу идти. Надо обратно перемещаться за сагу и продолжать. Не так же просто написано продолжить историю саги. Я пытался, ребят. Видите, я пытался. Я пытался пройти за Алан дальше. Честно. Мы переключались. Где я здесь переключился? Коробка. А, подожди, это просто коробка. Нет, мне надо искать теперь. Нет, сейчас надо искать, где переключиться. Где-то слева была комната безопасная, если я правильно... Ой, иди нахер. Отъебись. Я не буду на тебя тратить патроны. Я ухожу из этого измерения сейчас. Покидули. Все, сменить реальность. Ну, я попробовал. Вы попросили, я попробовал. Мне ж не сложно поиграть за Алан. Еще фонарики неровно висят. Ну, как будто они неровно висят. Ну, теперь примерно. Примерно ровно. Или нет? Так, нормально. Потом, на следующей серии сяду, под линейку их разложу как следует. Так, а что у меня за сагу? Так, исследовать ранее затопленную область. А я разве не исследовал ее? Ну, станция рейнджеров, я везде облазил. Складка. Не, ну слушай, тут мы облазили тогда полностью. Отвертка. В смысле отвертка? Какая отвертка? Я же был тут, в эту дверь. Не мог попасть, что ли? Не, ну мне сейчас сюда чесать проверять.
Ладно, все, хорош. А тут что? Запертая дверь. А что мне вообще надо делать? В управлении шерифа. Все, погнали в управление шерифа. Я, ну реально, мы обследовали все. Мы обследовали все, что можно. У меня ресурсов тьма. Ресурсов просто вообще очень много. У меня в коробке уже места нету просто. У меня в коробке уже нету места. Так, что я могу с собой взять? Так, давай чашечку кофе одну мы оставим. У меня два фальшфейкера есть. Давай возьмем одну ракетницу на всякий случай. Подвинуть, пожалуйста. Возьмем с собой одну ракетницу. Два бинта есть, патроны для винтовки. Блин, бинтов вообще много. Давай мы два бинта скинем. Мне двух таблеток и двух бинтов хватит. Даже один бинт возьму с собой. Возьму с собой один бинт, потому что я в любом случае мы его где-то найдем. Правильно? Правильно. Вот сюда. Ну все, опять мне нет места. Давай стрел лучше возьмем. Я как-то активнее стал стрелами пользоваться. А у меня все, две стрелы только осталось. Окей. Светошумовую будем брать. Давай возьмем одну. Блин, ну все. Я же сейчас не буду прям сильно за ресурсами охотиться, правильно? Я сейчас пойду по большей части... ну все, по миссии. Так, давай сейчас еще светошумовую определим. Ячейку доступа. А, не могу, все, нету. Ладно, будет просто в инвентаре лежать. Я же сейчас что сделал? Я залутался вообще сильно, очень сильно. Очень сильно мы залутались. Я не знаю, ресурсов просто огромное количество, а я не могу достать оружие. Так, арбалет пускай будет и пистолет. Все. Управление шерифа, а где оно? Вспомнить бы, где управление. Где-то же здесь, рядом со мной. А во, все. Вон тачки, все, стоят на месте. Автомобили на месте. Мне надо сейчас щелкунчик отдать Алану. Или скретчу. А мы не знаем, если они в одном теле, то мы по факту и скретчу отдадим. Так, здесь закрыто. Там вход. Так, так. Не нравятся мне звуки, что доносятся из управления. Оки-доки. Да. Мне бы тоже, наверное, не нравилось. Дай фонарик включу, нихера не вижу. Такая, блин, гамма очень низкая. Прям темно. Может быть, чуть-чуть мне этот сделать видео? Размытие? Не, у меня выключен эффект пленки, тоже выключен. А подожди, так я... А, вот, калибровка яркости. У меня 55. Ну, давай 60 поставим, чуть поярче, может, получше будет видно. Самое смешное, что почему-то я решил это в конце проверить, да? В конце игры, наверное, уже. Скретч. Питание пропало. Просто отлично. Найти Уэйка. Ну где его? Он же здесь должен. Внутри одержимый. Камеры. Здесь они держат Уэйка? Так или иначе, дверь закрыта. А, дверь закрыта, и так или иначе, что-то она еще сказала. Так, ладно, окей. Что у меня по заданию? Найти Уэйка. У меня просто задание найти Уэйка, и все. Окей. Есть тут кто-нибудь? Я здесь. В шкафу. А что ты в шкафу забыла вообще? Слушай, а дай-ка я винтовку возьму. Если здесь кто-то... Агент Эстевес? Это вы? Андерсон? Кажется, я внятно попросила не вмешиваться. И хорошо, что я вас проигнорировала. Не спорю. Слушайте, такими темпами я далеко не уйду, мне нужна помощь. Где-то рядом с вами бродит человек, захваченный тенью, и... Да, мне это по плечу. Одержимый, да, мне это по плечу. Мне надо с ним разобраться? Да погнали, я даже винтовочку достал для этого. Просто винтовочка пробивает сразу защиту. Мозги растекутся. Готово, видишь, в две пульки положил. В две пульки положил здоровяка такого. Сколько бы я его мучил так? Ой, он завалил шери этого копа. У тебя что-нибудь осталось, нет? Так, окей. А ты здесь один, что ли, был? Ты один столько шороху навел? Ну хотя откуда им знать, знаешь, если они не знали, что нужно с них снимать теневую защиту, то откуда им вообще знать, что с ними делать? О, патроны, спасибо. Для дробовика. Ну хорошо. Ёпта, открой. СТС, я разобралась с ним. Эстовес. Такое имя у него, конечно. Эстовес. Блин, он столько опять народу положил. Господи, где они людей берут для работы... Нога выглядит не очень. И боль дикая. Но благодаря вам все остальное цело. Давайте поговорим. Так,
Что здесь произошло? Я ищу Уэйка. Вы не видели моего напарника. Мы будем все спрашивать. Мы будем спрашивать все. А в конце зададим про Уэйка вопрос. Что произошло? Не знаю, с чего и начать. Мы прибыли из-за сигнала тревоги на узеле Колдрона, но с ситуацией не справились. Здесь творилась полная жесть. Мы не успели ничего сделать, и полицейских вместе с моими агентами захватили. Вы нашли моего напарника, Алекса Кейси? Да, нашли. В лесу. Он наткнулся на тень, и она с ним что-то сделала. Он в порядке? Он жив. Мы отвезли его в морг для осмотра. Потом на нас напали, не знаю, что с ним сейчас. Что здесь делает ФБК? В Брайт-Фоллс периодически повторяется альтернативное мировое событие. Тень сильнее, чем мы ожидали. Ресурсов не хватает, чтобы в квартире не все ладно, но у нас есть оборудование для борьбы с темными... Правда, мы не успели его установить, на нас напали раньше. А, они имеют в виду... Я думал, он хочет сказать с темными силами, а у нас-то по факту просто темные. Дай я попробую шапку еще раз надеть. Давай, чтобы было новогоднее настроение. Так, если я буду сидеть нормально. Она дальше не налазит просто. Она мне немножко маловато. Хотя... Всё, ёпта, Дед Мороз, блядь. Давай куда-нибудь эту штуку сюда. Ну, нормально, нормально. Я что-то как-то утром пытался надеть, но мне что-то оно не пошло. Сейчас будем сидеть в шапке. Где Уэйк? Я знаю, что здесь творится. Уэйк может помочь. Алан Уэйк параулитилит. Сразу не выговоришь, мы такими словами не разбрасываем. Он заперт в камере, как того и требует протокол. Он как-то завязан с тенью. Эстовес. Мне надо повидать Уэйка. Как попасть к камерам? Хорошо. Все равно на протокол уже плевать. Андерсон, не подведите. Чтобы открыть дверь, ведущую камерам, нужно подать питание. Распределительный щит в подвале. Держите. Ключи вам понадобятся. Ключи от управления шерифа. Ага, окей. Нужно вернуться в морг, да? Fantastic. Чудесно. Подожди, я еще не все здесь посмотрел. Я в этот кабинет не заходил. Так я бы и не зашел в эту дверь. Так это в подвал, блин. Подожди, нет, не сюда я хочу. Я хочу в тут. Я хочу посмотреть, что здесь. Угу. Опа-на! Да ладно, новое оружие. Блять, куда я его положу? Мне куда запихивать? Дробовик, подожди, огромный дробовик. Он еще под ключом. Он вообще под паролем каким-то. Бля, а где пароль? А где разгадка? Давай посмотрим. Изучить. Алан Уэйк и его связь с культом. Краткое содержание. В 2010 году писатель, вероятно, параутилит Алан Уэйк исчез на озере Колдрон, известной нам зоне соприкосновений. Через 3 года федеральные агенты задержали в Нью-Йорке членов группы, ответственные за многочисленные убийства. Убийства совершали согласно сценариям, описанным в книгах Уэйка. На допросах подозреваемые описали Уэйка как пророка, свою организацию как культ, а романы Уэйка как священные тексты. Уэйк на тот момент числился пропавшим без вести, так что его контакты с культом представляются крайне маловероятными. По крайней мере, доказательств, указывающих на его личное участие, не найдено. Вскоре после задержания членов культа в Нью-Йорке стало известно о новой организации, действующей на территории вокруг озера Колдрон, в регионе, где пропал Уэйк. Новая группа также называет себя культом и тоже имеет отношение к Уэйку. Действует в местах, где его видели в последний раз. На мой взгляд, это не совпадение. Прошу санкционировать расследование связи между Уэйком и культом дерева. Окей. Да мне надо домик у озера. Я это, знаешь что? Хотела, давай прочитаем. Исследовательская база WA-03 на озере Колдрон скомпрометирована. Причина неизвестна. Факт инцидента подтвержден агентом Эстевеза, посетивший базу с целью установления связи с доктором Мэрмонт. Согласно отчету, база разрушена. При беглом осмотре живых сотрудников на месте не обнаружено. Подробный осмотр провести не удалось, так как все доступные ресурсы были направлены на работу с активным АМС. Без выделения дополнительных сотрудников изучение места инцидента и недопущение дальнейшего развития ситуации невозможно. На месте требуется персонал экстренного реагирования. С момента прекращения контакта штаб-квартиры отдел расследования не имеет доступа к свежей информации о проводимых в домике у озера изысканиях. Таким образом, без дополнительного расследования установить причину инцидента не представляется возможным. Для полного отчета об инциденте смотри досье. Я думал, здесь подсказка на пароль от этого. От ружа. Нет?
Хотя нужен, блин, мне еще один дробовик. У меня есть двухстволка, она быстро работает. В принципе, это мне он нравится. Здесь пароль будет, да? А, нет, вон есть. Так, потеря памяти. Революция в голове. НЛО, часть 3. Часть 2. Часть 1. А, Б, С, Д, Е, Ф. Вон, смотри, под... А равно 1, Б равно 2, С равно 3, И равно 9, J равно 0, К равно 1, L равно 2. Чё, блядь? Автор темп, революция в голове, НЛО, мифы и реальность, часть 3, шарлатаны и подделки. Показания свидетелей, детальный разбор. Не забудь, А, Б, С... И JKL. Это явно разгадка. Это явно разгадка. Наверное, вот это 1, 2, 3 как-то завязано. Типа, часть 1 это кто? Квинси, Бэтсон и Вестмор. А Квинси это что? Это 1. Подожди, давай попробуем. Это 1, Б это 2, 1, 2, В. А В нету. Ну, V. В смысле, V. Есть здесь V, нету V. А, V в другой игре вообще-то, да, я забыл. V в другой игре, кстати, еще пару серий по Киберпуку будет. Обязательно, но чуть позже. Блин, а мне сейчас коробку надо тогда найти, я не смогу дробовик забрать. Ну ладно, давай просто ради интереса хочу найти разгадку. Блин, сколько оружия саги вообще дают? Это просто капец. Просто куча. У саги оружие просто арсенал. Надо, ну что, оставлять, не оставлять же. Есть же вот. Мне просто интересно, как уже... Мне не интересен дробовик, если честно. Мне интересно просто, какая разгадка. У меня есть двухстволка. Она маленькая и нормально шмаляет. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо садит, если честно. Блин, нет, не то. Ой, блядь. Это ружье для Алана было. Мне нужен... Блин, давай так. Дробовик для саги. Полицейский участок. Я даже долго ищу отгадку в интернете. Вот, дробовик в полицейском участке. Угу. Где пароль, блядь? Слушай, тут, блядь, я ненавижу просто что-то в интернете искать. Пиздец. Ну, вы, блядь, просто вопрос, блядь, ответ. Нет, нахуй. Нужно огромную статью наебашить. Как его, блядь. Сейчас. Боже, я уже пролистал. Просто пиздец. Тут реклама через каждые три буквы. Так, вот, смотри. Буквы английского алфавита последовательно пронумерованы. Предположительно, от 1 до 26. Схуяли до 26, если там 9, а потом 0, 1, 2, 3 опять идет. Нужно обращать внимание лишь на вторую цифру. 10, 1, что? Потому что напротив букв J, K и L написаны цифры 0, 1 и 2. А, это типа, это получается не 0. После 9 идет 10, 11 и 12. Так, необходимо смотреть книги, расположенные на столе. Обратить внимание на те, что посвящены уфологии. Их как раз три по числу цифр в кодовом замке. Все в разных названиях и авторы. Квинси, Бэтсон. Ну, я, в принципе, по фамилиям правильно сразу подумал. Выделив первые буквы фамилиев авторов, получите три буквы латинского алфавита. Q, B и W. Необходимо сопоставить буквы с ключом из записки. Q — это типа 17. А, мне еще алфавит нужно было типа продолжать дальше. 17, то есть Q это равно 17, то есть получается B это равно 2, а W это 23 буква. Это мне нужно было английский алфавит продолжить до конца и дальше продолжить нумерацию. В принципе, ну, мысли были правильные. Получается, что 7, что там, 2 и 3, 7, 2, 3. Неплохо, хорошая загадка, блин, я бы так, ну, конечно, долго бы я мучился, это пришлось бы алфавит искать. Ой, блядь, 7, 2, 3, а не 7, 2, 7. Красиво, нахуй. Теперь мне просто его некуда положить. Так, дробовичок, пока повиси здесь, наверное. Что? Ну, я не буду ничего выкидывать. Я схожу, наверное, сейчас в какую-нибудь ближайшую комнату и это. Да, дай мне карту, обычную карту.
Где я тут нахожусь? Мне кажется, прям надо идти обратно в этот. Как его? Туда. Ты оружие не заберешь. Типа на улице тоже небезопасно? Блин, он у меня оружие не забрал. Что там? А, не дает. Не сюда, сука. Ладно. Не дает уйти, все. Не дает уйти. Ну, пускай дробовичок повисит, наверное. Но я не хочу ничего выбрасывать. Я найду ближайшую комнату безопасную и, собственно говоря, потом вернусь его заберу. Есть здесь где-нибудь безопасная комната, нет? Ну, записку в туалете мы читали уже. Записку в туалете мы уже читали. Блин, ну хорошо, хорошо так висит. Он прям просится, чтобы я его взял. Что я могу выкинуть? Что мне не жалко? Ну, фальшфейкер жалко. Вот набрал сейчас с собой, да? А сколько он места занимает? Он, наверное, место занимает, вот как винтовка. То есть мне надо две ячейки освободить. Ой, подожди. Подожди, подожди. Не хочу я сейчас никого взрывать. Подвинуть. То есть мне надо еще две ячейки освободить. Что я могу? Ну, бинт давай, выкину бинт один, давай. Зачем мне бинт? А, ёб твою мать, надо же подержать. Бинт один выбросил. Ракетницу я туда тогда, получается, подвину. Может, кружку выбросить или фальшфейкер? Ну, кружка, блин, тоже важная штука. Фальшфейкеры тоже важная штука. У меня фальшфейкеров много. И кружек у меня тоже несколько. Чем мы выкинем? Кстати, если выкидываешь, то все, оно как бы пропадает. Вот, включи фонарик. Если выкидываешь, оно пропадает окончательно. Ай, ладно. Все. Давай, я забираю дробовик и уходим. Все, все, я выбрал. Уверен, шериф Брейкер не будет против, если я это возьму. Так, не с места. Найти помповое ружье, спасибо. Стреляет оно чем? Тем же, что и дробовик стреляет, 18 патронов. А, кстати, блядь, я мог не выбрасывать. Во все оружие. Найти все виды оружия для обеих. У-ху, я все нашел оружие. Так, во-первых, я мог фальшфейкер не выбрасывать, а во-вторых, мне теперь двухстволка не нужна. А давай походим с помповым. Давай. Нас же в подвале что-то веселое ждет, правильно? А если с этого? Фу. Блин, так а что ты не бьешь прикладом? Что ты фонариком бьешь? Было бы круто, я думал, если сейчас с этого... Андерсон, слышите меня? Слышу. Вы все это время знали нашу частоту? Послушать важная часть моей работы. Но нет, я узнал ее от вашего партнера. Андерсон, ищите предохранитель на замену перегоревшего. Так мы сможем вернуть электричество. Да, сейчас сделаю. Блин, мне еще найти здесь этот предохранитель нужно. В морге, где нет света, да? Угу. Ну, выглядит все безопасно, конечно. Выглядит все просто супер, как я люблю. Блять, ну фонарики точно не рушатся. Кто их, блядь, двигал? Меня аж бесит просто. Я смотрю, они вообще неровно висят. Давно уже не снимал, у меня там... Снова хрон культа. Хрон. Хрон. В морге. Ебушки-воробушки, что это? Числа, и мне нужно найти там палочку, треугольник и ромбик. Они сильно интересны, если честно. Ну давай, если случайно найду, ну если так, быстренько мы посмотрим, ну прям сильно не буду заморачиваться с разгадкой. А если там улучшатель снаряжения? Блять, Ваня, нахуй, что ты будешь с собой делать? Вот что ты будешь со своим любопытством? Мне не нужны ресурсы, мне любопытно просто. Не могу я вот просто... Вот что ж там внутри? А если там опять сумка очередная с улучшением снаряжения? Он мне очень сильно нужен. Где? Схроны культа. Ебучее любопытство. Ненавижу. У меня такой любопытный. Просто пиздец. У меня жена вообще ничего от меня не может никакие секреты сохранить. А где мы сейчас? В Брайт Фоллс находимся? На пристани, за управлением шерифа, в хранилище мы в морге. Брошенный грузовик, загадка про автомобили, ключ от схронного бункера, найденный в лесу, от схрона в лесу опять, у домика от схронной станции, в хранилище у пристани. За управлением шерифа. Мы в морге, нет? А, может быть, это, кстати, это же управление шерифа, правильно? Сейчас я по фоткам посмотрю. Но это... Да, это оно. Это управление шерифа. И какой код? Код какой, блядь?
Здесь написано, что он стоит. Подожди, здесь находится ключ от маяка, патроны для пистолета и ружья, ракетница, светошумовая граната. Здесь, ну, короче, в принципе, ничего там особо важного для меня нету, но почему-то нет разгадки. Что за хуйня? Почему разгадки нет? Здесь нет разгадки. Написано загадка, разгадки нет. Ёбнулись головой, блядь, или что? А, вот. 1-4-6. 1-4-6, погнали. Давай. 1-4-6. Все, хорош. Блядь, я ненавижу эти сайты. А, кстати, здесь у меня тоже нету ключа. Там было, короче, написано, что здесь еще... Вот, забираем это. Блядь, ну не надо мне это место занимать. Ракетница тоже хорошая. Пускай полежит. Пускай полежит, если что, я потом вернусь, заберу. Ну, он просто сейчас взял и занял место патронами. Ну, блин, ну ладно. Придется не дробовиком пользоваться, а этим самым. Винтовкой. Все, двинули. А, какую мысль я опять потерял? Ненавижу эти все статьи. Все, что вот эти статьи, которые пишут в интернетах, где ты что-то гуглишь, и где миллиард... О, сохранение. Где просто миллиард текста, блядь, не по теме, ненавижу. Просто, кто это делает, блядь, гандоны. Вот так вот. Да, я злой. У меня были челюсть. Я имею право злиться. Ага, спасибо. О, коробка. Та, а, ну да, у меня, блядь, в коробке места нету. Давай выкинем бинта. Бинты выкинем. Да, выбросим два бинта. Ну, зачем? Ну, мне не нужны бинты. Ну, реально. Ну, ну сколько? Сколько раз я пользовался вообще аптечками за всю игру? Перенесем сюда дробовик. Ну, жалко. Вот дробовик жалко выбрасывать. Он один-единственный. Бинтов еще найдем. А, потом... А что у меня вообще по этим? Максимальный уровень повышает количество и качество ресурсов. Спасибо. Я ресурсов уже объелся. Ресурсами уже объелся. Вот эту хрень я даже использовать не буду. Ну, я чуть не разобрался, как взрывать. До свидос. Потом мы... Чашку поставим сюда. Чашка поважнее будет. Потом мы что сделаем? Вот так вот сделаем дробовичок сюда. Хорошо. Светошумовую подвинем сюда. Нет! Не сюда, а сюда. Эти патроны мы подвинем сюда. Но у меня еще есть место для того, чтобы что-то залутать. Так, у меня две таблетки есть. В принципе, мне этого хватит. Все, погнали. Куда эти ресурсы вообще девать? Очень много их. Очень их много. Все, ходу. Так, винтовку мне. Все, мне дай винтовку, пожалуйста. Точно. А мне же надо поменять теперь дробовик на ячейку доступа. Вот так. Все. Полетели. Все, красота. Ты видел, булькал этот? Они нарисовали бульки в этом. Вот. Твою мать. Фу, сука, напугал. Нахуй вы там стреляете? Я сейчас приду, разберусь. Только зря патроны тратишь. Не вставай, блин. Кейси, это ты? Андерсон, не стреляй. Я захожу. О, Кейси живой, здоровый. Брат, рад тебя видеть. Эй, Андерсон. Здорово тут, правда? Ага. Не помешало бы добавить освещение в стиле морга. Очень смешно. Ты как? Андерсон, не смотри на меня так, я в норме. Просто поверхностная рана. Зато как следует поболтал о бывших женах с Киран. В смысле, с агентом Эстовес? Заводишь новые знакомства? Мне начинать ревновать? Ты точно в порядке? Абсолютно. А у тебя как дела? Как у меня дела? Досье на него? Откопала Уотери уйму новой информации. Нашла щелкунчик и культ. Но Уэйк оказался прав. Триллер действительно меняет реальность. Логан, она... Согласно истории, она умерла в этих краях.
Но мы еще можем все изменить. Погоди, Сага. Ты о чем? Логан мертва? Она давно мертва? Очень давно. На тебя триллер повлиял и на Кейси. Я должна спасти их всех. А что случилось? Что случилось в гостинице? Уэйк не соврал, культ и правда преследует его. Темная сущность тоже не вымысел. Я ее видел. Сраное облако психопат. Уэйк пытался предупредить меня. Монстр меня вырубил. Агенты ФБК нашли меня в лесу. Я все исправлю, Кейси. Спасу тебя, Логан, всех. Но вначале придется восстановить питание. Задай им жару, Андерсон. Только не забывай, не все в этом мире можно просто выключить. Не все в этом мире можно просто выключить. А насчет электричества? На одном из трупов я нашел предохранитель. Ой, Кейси, брат, спасибо. Вообще, я займусь этим. Кейси, оставайся на месте. Когда будет безопасно, дам сигнал. Мне идти особо и некуда. Все, погнали. Погнали. Все, в подвал. Тут кто? Никого? Все равно, даже в морге, блядь, не так страшно, как играть за Алана. О, бинт. Я же говорил, бинтов будет тьма. На каждом шагу будет разбросано. О, еще одна аптечка. Подожди, я здесь ничего не пропустил? Или мне показалось что-то? О, нет, вон, пропустил. Угу. Ну, проверить надо было. Это любопытство, просто любопытство. Мне эти ресурсы не нужны. Стрела, давай. Четвертую, отлично. Так, а подвал куда? А, сюда? Не надо дальше никуда идти. Андерсон. Есть хорошие и плохие новости. Путь к камерам теперь открыт, но и темные вырвались на свободу. Спасибо, что предупредили. Окей, погнали, с темными разберемся. Их там много, да? Надо было лучше какую-нибудь гранату шмальнуть туда. Ничего, потратим немножко патронов. Чуть-чуть патронов потратим. Есть у меня ракетница? Я чуть-чуть запаниковал и ракетницу не взял. Еще бегут. Ой, блядь, какая ты страшная. Ужас какой. Меня эти очень-очень остро пугают. Эстеза, ситуация под контролем. Возвращаюсь. Поняла. Боже мой, ужас как. Не, ну это страшно. Это просто страшно. Давай сейчас соберем ресурсы. Мне, видимо, для этого сюда и накидали. И светошумовую, и ракетницу. А я разобрался по старинке. Давай сейчас что-нибудь скинем. Есть что мне скинуть вообще? Блин, патроны даже не все потратил. Надо на винтовку активнее попользоваться. Так, 5 батареек, хорошо. О, давай ракетницу и бинт оставим. Да мне даже не добрались. Да меня даже не добрались дать мне пиздюлей чуть-чуть. Самую малость не дали. Давай ракетницу. А, мне не на что оставить ее. Не на что ее поменять. Ну что мне важнее, ракетница или, допустим, не знаю, что выбросить. Что же выбросить? Усиливает эффект боли утоляющих и перевязок. Противников, вот, давай выбросим. А, я не могу выбросить подвеску. Подвеска не выбрасывается. Супер. Что выбросить? Очень тяжелый вопрос. Слушай, а я могу взять все 3 батарейки с собой? Они поместятся в одну ячейку? Нет, только 5 максимум. Ну тогда оставляем, батарейки нужны. Ладно. Ладно. Давай бинт оставим. Вот так вот сделаем. Все. Ну, на, хотя бы так. Хотя бы так. Двинули дальше. И дай мне винтовку, мне надо тратить ее патроны. А откуда они вырвались, интересно? А, камеры, наверное, открылись, точно.
А где эстезис? Андерсон, я здесь. Фу, блин, напугало. Правильно, лучше под светом сидеть. За стойкой. Что за стойкой? А, вот. В шкафу стало тесновато. Допил кофе, свари еще. Уже в третий раз на этой неделе прихожу на ночную смену, вижу пустую кофеварку. Выпил последнюю кружку, поставь новый кофейник. Я вам не секретарша. Чет, ты меня, конечно, извини, но масло для бороды поможет, только если на твоей физиономии, в принципе, есть чему расти. Так и знал, слишком уж мягкая борода у Марка для натуральной. Люси, какую марку он использует? Да ну не буду это читать. Давай вот. Барбекю третье ежегодное. Так вот тоже. Вот. Электрические замки без резервной системы питания. Smart. Где что надо. Я, конечно, все понимаю, арестантов надо держать заперти, но что за параноик? Половина дверей на станции навесил какую-то инновационную хрень. Это все небезопасно. Скачок напряжения, и все двери не откроешь. Я раз 20 уже пытался донести до всех эту мысль. Когда окажетесь в ловушке, на меня пальцем не показывайте. Офицер Купер. А, то есть здесь сейчас двери все равно не открываются. Сага. Долбанное бюро, правительственные ублюдки. Вы все нам изгадили. Выпустите нас, твари. Вы лидеры культа. Никто вас никуда не отпустит. Вейк все испортил. Избавься от него, Сага. Ты меня подстрелила, мать твою. Жалкая правительственная крыса. Выпусти меня, я прикончу этого ублюдка. Я удивлен, что они вообще живы. Приперлись из города и ведете себя, как словно все тут знаете. Сага. Он у вас? Так, подожди, пускай не заткнутся. Я хочу с ним поговорить, но мне будут субтитры мешать. Вы вписали Логан в историю. Вы сами мне сказали, прямиком из темной обители. Слушайте, Скретч приближается. Он совсем рядом. Он уже почти здесь. Моя дочь погибла из-за вас. Вы убили ребенка. Как вам вообще такое в голову пришло? Я пытаюсь исправить ситуацию. Исправлю ее. Спасу всех. Но времени осталось немного. Мне нужен щелкунчик. Щелкунчик у меня. Вы все исправите. Спасете мою дочь. Обещайте. Да, обещаю. Но время истекает. Поспешите. А вот и Скретч. Вы охренели давать ему щелкунчик? Он же гребаный монстр, Сага. Вейк. Вот, а вот и Скретч. Вот и он. А мы как раз тебя поджидали, козлина. Я тебя в порошок сотру. Якко. Это босс файт? Щелкунчик. Дерьмо, 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 дерьмо. Это Скретч, Андерсон. Мы облажались. Да возьми ракетницу, пожалуйста. Так, должен помочь яркий свет. Вот, хорош. Подожди, а что мне надо было сделать? Отойди, 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 отойди. В эту штуку выстрелить? А, ясно. Я понял. Так, я могу включить свет отсюда, но вначале вам придется завести генераторы. Ага. Хорошо. Окей. Есть мысль, как его завести. Да в смысле ты ракету в руках держал? А, похуй ему вообще на свет, да? Давай, блядь, заводи! Сука! Щелкунчик, сейчас же! Давай, 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 давай! Нет, не получилось. Так, щелкунчик. Должен способ замедлить его. Какой? Тупая корова. Что? Ты чё? Ты чё оскорбляешься? Это некрасиво вообще-то. Похуй ему вообще. Похуй ему.
Так, дай дробаш. Да, блядь! Отойди от меня нахуй! О, есть! Он замедлился. Все, я понял, его надо ранить. Осталось еще два. Он снова идет, да? Ух, сука! Есть, замедлился. Все, его надо сильно нашпиговать патронами, и потом можно открывать коду. Так, вы молодец, остался еще один. Перезаряжай, перезаряжай, перезаряжай! Ой, хорош, не зря я этот дробаш взял, а? Ой, не зря. Как же он мне пригодился. Есть, свет есть. Добавь ему еще света. Возвращение. Хорош. Скрэч был здесь. И он еще вернется. Жарко же стало. Что нам теперь делать? У меня уж башка вспотела. Конец главы. Ой, вообще, хорош, мы с Крэчем зарубились. В глазах двоится. Закончить главу с Крэч. Дали мне прям ачивочек. А, блять, заболела челюсть. Так обрадовался сильно, аж челюсть заболела. А мне еще челюсть, знаешь, так болит, отдает вот на всю эту часть головы. Яко. В смысле? А, это ты внутри там сказал, да? А почему не в камере он? Че у меня по заданию сейчас? Поговорить с Кейси и Эстазис. Скрэч двойник Уэйка. Он нас обманул. Он почти выманил у меня щелкунчик. План накрылся медным тазом. Как мы могли так ошибаться? Полная жесть. Все, как ты сказал, Андерсон. Мы вляпались по самые уши. И что дальше? ФБК обычно с подобным и занимается, так? Есть какие-нибудь мысли? Погодите-ка. Вы притащили сюда сверхъестественный объект, не предупредив меня, чуть не передали его враждебному существу? Я не знала, могу ли я доверять вам. Была неправа. И Скретчу я зря не поверила. Но еще слишком поздно. Просто надо во всем разобраться. Безусловно. Мы по одну сторону баррикад. Давайте вести себя... Как она сказала? Триллер меняет реальность. Из-за него моя дочь погибла в этих краях. Хотя она, по идее, в целости и сохранности дома. Вы не знаете? АМС — это локализованная искаженная реальность. Возможно, территория за пределами города не подвержена влиянию. Иногда их площадь увеличивается, иногда уменьшается. Если у вас получится остановить его распространение, ваша дочь может и не пострадать. Ну, это хорошо. Это кошмар какой-то. Я сделаю все, чтобы моя семья не попала под удар. Совмещать работу с семейной жизнью непросто. Долгие часы вне дома, разъезды, альтернативные реальности, в которых все наши родственники погибли. Моя бывшая жена в какой-то момент не выдержала. Кирен, да зачем тебе жена? Мне вот лично и без жены хорошо. Скрэч притворялся Уэйком, чтобы обмануть нас. И у него почти получилось. Надо было доверять инстинктам. Было у меня какое-то странное ощущение, когда мы его нашли в озеро. Когда это бешеное облако на меня выплыло из леса, внутри я увидел лицо. Лицо Уэйка. По-моему, он был всегда монстром. Скрэч, это он. Так поделитесь со мной информацией. ФБК наверняка что-то знает. Бюро действительно знает немало. Но вся информация засекречена. Так что считайте себя временно зачисленной в ряды сотрудников Федерального бюро контроля. Вот ключ к камере, которой мы храним все документы. Приятного чтения. Ладно? Спасибо. Рада быть членом команды. Ну, она типа ФБР, но сейчас ФБК, ну, типа, все равно есть доступ, не простой полицейский. Да? Так, изучить документы, обнаруженные в камере. Давай, знаешь, что мы для начала сохранимся.
Потом мы закончим серию, а в следующей серии мы пойдем изучать документ, потому что эта серия уже к концу подошла. Уже пора, да, заканчивать. Спасибо, что досмотрел. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. С наступающим тебя Новым годом. Про там всякого счастья, здоровья в Новом году, всего такого. Счастливо, пока. До свидания.